Итак, друзья, у нас сегодня 16 февраля. Да, бабушка, идем уже, все. И все, мы сейчас выходим на тренировку. Мы всей семьей сейчас едем. Ну, не всей, практически всей семьей едем на игру Юры, моего братика, который тоже также хоккеист, как и мой родной брат. Так вот, мы сейчас едем. Как будет лучше вам свет сделать? Едем к нему на игру. Я хочу вас взять с собой. Ну, конечно, как всегда, взять вас с собой. И вам поснимать, собственно, хоккей. Хоть вы, наверное, устали от хоккея. Ну, что же делать? Это часть моей жизни. А если я делюсь своей жизнью, то хоккей неотъемная ее часть. Так что едем сейчас туда. И все, увидимся, наверное, с вами уже в машине. Едем уже на хоккей. Мы сидим уже на багажнике. Да, здесь классное сиденье вытаскивается. Считается, вот, смотрите, вот пассажирные места. А мы сидим еще дальше. Вот. Как это вот все так будет выглядеть? Мы здесь прям полноценно, у нас хорошие сиденья, которые выдвигаются, да, Юра? Мы здесь вообще в шоколаде. Значит, у нас будет 6 человек. У нас будет 6 человек, да, и нам пришлось, мы вынуждены были сесть с Юрой в багажник. Но мы не особо себя даже и чувствуем. Ну, мы не особо чувствуем себя в багажнике. У нас прям такие хорошие, полноценные, вот, я говорю же, места. Да, машина с ними местная. И нам очень здесь еще офигенно. И вот даже место для багажника есть. Машина такая большая. Юр, ты рад, что я еду с такси на тренировку? А? Не тренировка вообще. А, ну игра, ну извините. Юра, бери свой это, iPad там. У него нету. У меня нет iPad, я его там оставил. А, ну молодец. Может, Ксюша там посмотри, смотрит. Какая Кристина? Кристина! У нас вчера, когда мы вели трансляцию, когда вели. Да, вели трансляцию, там была девочка Кристина, и она писала, что Юра крутой, и Юра, по-моему, влюбился. Я ее запомнил. Он ее запомнил, ты даже не видел ее лица, там чуть-чуть такая маленькая иконка была. Я еще видел эту, Вику. Вику? Ну да, Вику я помню еще. Такую маленькую я уже ловила, да, уже все запомнил, и Вику, и Кристину. Еще одна Кристина. А то, что вот Ваня, Петя, там, Сидор звонили. Сидор, не, Сидора он не помнит. Сидор, дедушка, что за имя-то, а? Кристину. Сидор. Молодец, правильно делаешь. Две Кристины, одна Вика, я помню. Потом еще есть кто-то. Посмотри. Маша. У нас снег лежит, посмотрите. Помню еще снег, Машу. О, 9, и всем привет с Казахстана, с России, из Украины, Азербайджана. Азербайджан. И еще Нагорский. Нет, 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 не Ускаменогорский. Соседи. Тоже Нагорский. Соседи. Солнцереченск был. Ну да, всем привет. А еще был какой-то дедушка нам читал. Помнишь, какой-то город такой был странный? Не помню, как он говорит, какой-то такой необычный. Где? Ну, всем привет. Всем привет, передаешь? Да. Хаю, хей. С вами Иван Гай. Это Юрин любимый, оказывается, блогер. Не, а ты чё, Манова? А кто твой любимый? Ау. С Польши, Вроцлав. Да. А там этот же... А, еще есть. Ричард. С Москвы еще. Ну, рядом. Москвы. Юр, ты уж хорошо сегодня играешь, чтобы я тебя снимала? Старайся, Юра. Ты не пугайся его, Нарвина. Знаешь, как он умный человек, когда вот так играет? Ну да. Чем больше он такой много. Ну, он будет перед камерой делать всякие водовороты, чтобы Кристина заметила, приехала к да нему. Да как я просто помню ники. Запомнил. Я просто запомнил ник. И мы сегодня попробуем ей сбросить твою... Она же писала постоянно номер. А, вот зачем она писала номер. Юра, это все, это было понятно, это она тебе писала, не она тебе. Она писала, Нармина, позвони по этому номеру. А мы такие, зачем она пишет это? А мы теперь все, теперь для меня все стало понятным. Юра. Что? Давайте позвонить. Юра, я тебя устрою, давай поженимся. Поговорим. Тут. Поговорим и все? Ей случайно не 50 лет? Надеюсь, что не 50. Ну, 17 там, 18. 17 нормально, да? Да, да, 17-18 сойдет, да? Да, 22. Там обойдешь, я смотрю. Это. Ну, сойдет. Сойдет. 18 ищем, да, Юр? Да. Уже 10 не канает, да? Ну, мне 19, так что. Ой, что-то мне что-то напоминает это. Что-то мне напоминает. 18! Смотри, 9, да? Минус 1 это 8. А еще, который я минус 1, это 18. Ну, короче, мне 18.
Ну хорошо. А вокруг нас, смотрите, какая красота тут. Ну, поле. Помните, мы здесь постоянно фазанов, да, этих видели? Кроликов. Больших кроликов, как лошадей. Да, да, зайцы. Почему я кролик? Я постоянно путаю, кстати. А мы видели, знаешь, дедушка, он просто сбежал с их хозяина, стал бешеным кроликом диким. Он просто был уже огромный. Да, заяц просто огромный, как Юра, вот такой вот 10-летний мальчик бежит, вот такой, мы аж обалдели. 18-й! Я думала, думала, это пони, а это оказался заяц черский. 18-летний заяц. Да, Юр? Нет. Уже началась тренировка, мы зашли в это здание, и главное, сейчас вон мальчики побегут. Юра первый, он бежит сейчас. Посмотри на... Господи, сколько мальчиков, вон они бегут по кругу уже. Что он бегает? Что-то он сваливается у него. Смотрите. 100%. Ой, они побежали. Ой, они бегут тут. Юра! Господи, бешеные дети. Смотрите, как мы здесь лакшери-то сели. Вот. Здесь у них еще и кафе. А я вон там на красную уйду, там буду сидеть. Нет, мы тоже туда пойдем. Дедушка, мы у Рустама, знаешь, сколько просидели на таких трибунах? Да. Нам мы вообще уже приучены, так что вот этот лакшери-диванчик нам нас этим не подкупишь. Ой, смотри, мам, наверху старые коньки. Ну, можешь. Клюшки. Да, у ракетки. Нет, клуб еще сделали кафе, но еще и диван. Видишь, вообще шок, я вообще в шоке. Зато хоть можно кофе попить. Зовите экзорциста. О, Господи. Это они так настраиваются. Ого, жуки. Жуки, они в Чехии жуки. О, какие они сладкие. Поднимаемся на трибуны. Сейчас начнется уже игра. Вон сидят французы, вон сидят наши. Этот клуб называется «Звезда». «Звезда» когда у них как? Будешь ты сидеть или будешь стоять? Это? Нет. На. Слушай, дедушка, а здесь сетки нет, они же вдолбануть нас могут. Нет, там, вон там не долбанут. А сюда летит шайба. Да ну, мы сколько сидим. Да, ну, а то знаешь, по закону подлости именно в нас она попадет. Свет светлая. Вот. Сели на самый последний ряд. Здесь мне нормально. Здесь нету сетки, и меня пугает это. А вон француза. Так, где он? О, а что они с нами все упали? Вон он. Попусть сядь тогда, пока вот нам чёрт. Водоворот судьбы, водоворот судьбы. А вон французики в черном. Красные чехи. Ой, ненавижу, когда так они делают. Вот есть тренер, нафига вот еще по парку покручаться, а? А что надал? Вот твой сейчас, братишка. Это как все, они как друг друга заряжают, да? Но. О, Юра будет раз этого, да? Начинать игру. Ой, Юра, давай, не подведи. Давай, смотри, какой он огромный кабан против него. Ну? Сейчас будет булиты, потому что один мальчик поставил нашим ножку. Интересно, кого выпустят? 16-го, да, выпустили? Как он легко это все сделал, как два пальца обосвоил. Господи, вот они причетки прикупают. Осталось уже 8 минут, и счет у нас 9-2. Французы все-таки 2 забили. Что там? 5 мяса? К сожалению, просто уже эти расслабились, сказали, о,
они все равно нас не выиграют. Это уже 9 счет. И вот за буквально несколько минут они забили 2. Точно заклинкнули. Они забили. Я говорю. Победа! Победа, 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 победа! Пойдем. Где эта сидушка? Дело... Юрик! Ой, смотрите. Мама. Мама радуется так. Сладкий мальчик. Мама, сколько радости, да? О, мама, беги, мама. Юра, молодец. Молодец. Первый забил, ты сколько забил? Мы так радовались, Юра. Молодец. Давай. Расстроен, да, что он расстроенный. Да. Он думает, сейчас да. Боже, ну, все вообще какие маленькие. Дарвин, посмотри, трехлетки, наверное. Ну, они, наверное, с трех и начинают уже заниматься. Сейчас мы уже освободились, матч закончился победой. Что-то Юрий какой-то расстроенный был. Наверное, он хотел еще посильнее поиграть, получше, но он был просто прекрасен и вообще молодец. Сейчас мы ждем его, пока он там моется, а после мы едем домой. Вот такие вот у нас дела, друзья. Юра МБ что-то капец расстроен, даже не хочет со мной разговаривать. А посмотрите, какой красивый закат. Смотрите, домики. И очень красивый вон закат. А Юра прям уходит на фоне... В закат прям уходит. Юрик, ну чё ты? Ну чё ты от меня убегаешь, а? Нет, ну посмотрите на этот закат, очень красивый. Так, прям так он сделал, смотрите, вот. Как вижу я его сейчас. Очень красиво.
заехали сейчас в Теско. Бабушка сказала, там какие-то нужны материалы купить. Сейчас пойдем купим и потом поедем домой. Но все равно спасибо, давай. Все, Юрка сегодня остается с нами. Мы расстроились, то, что мы с Юрой едем сзади и думаем, все, Юрка сейчас домой едет, и расстроились. А оказывается, его отпустили. И он сейчас поедет с нами домой. А пока, Коль! Я тебе показала. Пойдем туда. Уже третий раз. Ну я не вижу, Юра. Давай покажи, как ты это сделал. Ну, выключи камеру. Нет, я хочу. Видишь, с камерой и по магазину ходит Юра Мбэй. И с клюшкой. Не, аккуратно сейчас раз. За хорошую игру мы здесь решили не доедать борщ, а решили сварить пельмени и отпраздновать. Потому что для нас еда – это лучшее награждение. Не знаю, как для Юрика, но для меня так точно. Вот, сейчас мы покушаем, потому что мы замерзли. Да, вроде тепло, а замерзли. Да. Да, сразу вспоминаешь Усть-Каменогорск. И у меня Усть-Каменогорск, и хоккей теперь будет всю жизнь с этим городом. Сейчас будем отдыхать, кушать. И всем, кто кушает, да, Юра, приятного аппетита. Да, приятного аппетита всем. Кто в киндере? Пишите в комментариях. Что, уже научился? Давай, открывай. Давайте с теста. Давай. Я думаю, там собачка. Я думаю, что там крупное что-то, потому что я когда выбирала, чтобы оно не тряслось. Животное, говорю. Что-то синее. А я думаю, зеленый барбосик. Я думаю, какая-то вещь. Транспорт. Транспорт. А ты, мам? Какого цвета? Зеленого. Да, у меня либо зеленого, либо синего. Зеленый или желтый барбосик. Зеленый, мне кажется. Бабушка, а ты как ты думаешь, что там? В киндере, что там? Какого цвета? Какого цвета или какая игрушка? Я думаю, что игрушка какая-то голубая. О, как и я. А я думаю, какая-то зеленая машина. Давай, открывай. По-моему, транспорт. А ты какой за животное? Скажи, транспорт. Я думаю, что там какое-то животное. Барушка. Сейчас, по-моему, ее... Надо помыть, мы же... Это голубика. Вот это там. Давай. Момент истины. Какой цвет? Фиолетово-розовый. Ну вот, я была близка к синей. Ну нет, вообще не близко. Ну фиолетовый, он близок к синему. Да нет, вообще. Ну это не зеленый же. Немо! Ну голубой! Вот, я же сказала, что там будет что-то синее. Голубой. Я тоже сказала, что там вы будет сказали, синее. Вы сказали рыба. Я сказала, что там будет животное и будет что-то синее. Сиреневое. Я сказала, что там будет что-то голубое. Нет, должна была победить я. Ну нет, мама, не всю жизнь тебе в игре. Зеленок, ты права. Я сказала, что там будет животное и что-то синее. Я сказала, транспорт. Ну, он тоже на транспорт. Вы, надеюсь, успели сделать ставки. А что там у него должно быть? Это... Кристина, мы тебя помним. И Вика. И Вика. Это вчера... Это с нашей... еще одна Кристина. Это с нашей трансляции в Инстаграм. Так что подписывайтесь на мой Инстаграм. Мы проводим нам и с Юрой. И мой тоже. У тебя нет Инстаграма? У меня есть. Не-а. Не верьте. Чему ты мозги паришь? Мозги – это мое выражение. Мозги мне не парь, Юра. Чего мне здесь начал говорить мои выражения? Пьем чай с шоколадкой. Вот это Орео, но это простая, да? А вот это очень вкусная шоколадка. Мы первый раз попробовали в Усть-Каменогорске. Ну, Юра! Ну, я же снимаю. Убирай руки. Ну, потом. Сам заберешь потом. Вообще наглый, а? Короче, смотрите. А это шоколадка? Тоффи. А, мама, это с Тоффи. Сотрудничество у них. Помнишь такое Тоффи? С орехом. Это вот Милка сотрудничает с ними. Мне вообще больше всего нравится, то, что вообще Милка со всеми сотрудничает. Она делает реально самые вкусные шоколадки. Ну, сори, она вкусная, но с этой штукой она вкуснее намного. Друзья, мы сейчас с Юрой спорили, он говорит, что это черника, да, я это говорю, черника. Я говорю, это голубика. Черника. И мы в интернете набрали, и в голубике, и в чернике выходит одно и то же. Вот это ягода, как вы думаете, как она называется вообще? Скажите нам, да, Юр? То мы с Юрой... Да, это черника. Это голубика, я Юр. Я тебе отвечаю. Это я тебе отвечаю, что это голубика. Всю жизнь это была голубикой. Не повторяй за мной. Это ты за мной не повторяй. Нашелся ну, мне тут. На вкус попробуй. На вкус голубика. На вкус черника. Черника другая, это голубика.
Черника. Голубика. Черника. Голубика. Ну я попробовала. Я тоже попробовала, это голубика. В смысле, ты ждала Кристину все это время? Ну да. А Кристина же вот тебе на WhatsApp там под комментарием написала. Да, Юр, да ты же маленькая девочка, ну подумаешь, Кристина. Ну тоже маленькая. Мы вышли в эфир ради одной девочки, которой Юрий постоянно писал, что он милашка и крутой. А эта девочка не пришла, да, Юр? Да, ну хотя бы Вика пришла. Там была, Юра запомнил Вику и Кристину, две да? Две Кристины. Да. Юр, ну ты ее хотел, да, чтобы Кристина пришла? Угу. И она не пришла, да? Ну да. Ну хотя бы Вика пришла. Но она ничего не написала. А мало людей, да? Как не Анда? Ну ничего не написала. Потому что время-то у нас разное. Но мы в то же и время вчера начали. Нет, вчера. Да, мы в это время вчера начали. Нет, нормально. Нет. Да. Нет, нормально. Да, мама. Кристина, послушай меня. Вот этого мальчика ты заставила страдать. Кристина, что ты творишь? Любовь. А вдруг она уйдет из подписчика, так что ее не ругай. А еще ты ее уже за нее заступаешься, да? Ты уже заступаешься, уже со мной скандалы устраиваешь, да? Это Кристина, знаете, нас не знала, а уже за нее заступаешься. Это Кристина мне вчера втирала, чтобы я ей позвонила, даже писала номер. Юра теперь говорит, что ты не записала? Ну ты что ты сделала? Вот ты что сделала? Ты что, позвонил что-либо? Да. Ну зачем тебе? Ну, так, по приколчику. Вот смотрите, девочки, стоит мальчику написать, что он крутой милашка, так он вас будет помнить 24 часа. Он уже мне 24 часа. Нормина, давай снимем эфир, давай снимем прямой эфир. Кристину ждал, сидел? Каждый... И Вику тоже. Сидит? Ну, когда ж Кристина придет? Ну, когда ж придет Кристина? Мы побыли несколько минут, нас к нам пришло очень мало человека, мы решили загруляться. Кристина тебе подписалась в Инстаграме. Мы можем ее в подписчиках найти, мы хочешь? Найти да! Сейчас мы посмотрим ее, у меня мои подписчики. Написать, Кристина, выйди в прямой эфир, и все. Прям проблема. Мама, но он даже ее фотки не видел, он только помнит ее. А она фото есть. Но он ее не видел. Очень милая девочка, блондинка. Я посмотрела. Вау! Пита-пита, ля-ля! Ты сказал, как миньон сейчас. Он сказал, you touch my tra-ля-ля, это такая дурацкая песня есть. Нет, ну он таким голосом сказал, как миньон. You touch my tra-ля-ля. Юра, говорите мужчинам, какой он милый, крутой, к такому в 24 часа будет своим сестрам нервы трепать, чтобы вышли в прямой эфир. Я вообще в шоке, блин. Так. Юра, а если я найду, что тогда будешь делать? Сейчас я зайду в свои подписчики. Ох, Кристина, тебе будет, если ты на меня под... А ты помнишь, как ее... Как написано было? Последняя фото написала Кристина. Спасибо, Нармина, что выходили в прямой эфир. И кто из тебя... Подожди, Кристина? У меня только здесь одна Кристина. Вот это не она. Это она. Вот это не она, там была другая. Вот это была другая Кристина, да? Ну да. Здесь это... Покажи. Вот если я одну нашла. Да это не она, да. Ну подожди, да, вот моих подписчиков моих только эта Кристина. Нармин, ну что ты как маленькая? Ты вчера у меня в подписчиках нашла Кристину эту? Сделай свои фотки, где твои фотки? А, ты под лайками посмотрела? Ну ура. Ну что ты, мама, мне втираешь какую-то дичь? Я тебе сейчас дам втираю. Слыхала? Вот моя Кристина. Как ты ее нашла? Мама ищет, она тебе написала под этим. Это та? Да, это она. Это нет. Вчера эта девочка. Это она, Юра. Это она, Юра. Я помню другую. Нет, нет, нет. Нет, это она. Вот она, милая девчонка. Она написала, Нармина, сейчас у тебя был прямой эфир. Спасибо тебе, что ты снимаешь где? Для нас, ты трудишься. Где? Очень... Кристина! Ну, а где она мне написала это? Под фото! А, Юра, она мне сейчас, смотри, написала. Наверное, сейчас у тебя был прямой эфир, спасибо тебе. Это то, вчера еще было написано, ты вообще просматриваешься. Уже... Я нет, я не видела этого. А мама видит. Я вчера еще посмотрела. Вот это мама. Вот это мама. Как ты не увидела? Но она не смотрит. Давай я отвечу ей. Ну ответь, скажи, Кристина. Я ему скажу, мой брат о тебе уже 24 часа мечтает. Ты че? Только попробуй. А что мне написать? Правду надо говорить? Не надо, просто он думал. Хотел пообщаться. Я сердечки отвечу. Я запомнила ник, скажи. И что ты запомнил? Что теперь ты будешь? Слушай, а что тебе это не нравится? Очень симпатичная девочка. Ей лет, наверное, тоже 10. Да, хорошая девочка. Смотри, какая милашка. Классная девчонка, мне нравится. Юр, мисс Кэти вообще не стояла рядом. Да мисс Кэти чуть 4 лет. А, ну да, вообще. Что-то я даже и забыла. Думать надо. Слушай, ты, мальчик, я тебя сейчас ушатаю. Чего?
Да что ты сможешь сделать? А зачем ты так разговариваешь? Ну, я? Нет, Нормина. Что, а что я плохого сказала? Нас ушатывает. Я говорю, я тебя сейчас ушатаю. Он так со мной разговаривает, со мной грубо. А как он сказал? Что он сказал? Что-то он сказал. Итак, друзья, я не темная? Нет. Хорошо все видно? Да. Да, друзья. А я должна буду... Юр, закрой дверь, пожалуйста. А, чешский джазык. А, язык, наверное, это означает. Что ты там тут крутишь? А, ну окей, иди сюда. Поближе. Сейчас поближе. Посветляю. Стоп, остановись. Стоп. Все, можно спать. А, чешский язык, да? Язык. Просто, язык! Просто язык говоришь? Да. Я выбрала стихотворение, я хочу прочитать вам. Это не стихотворение. Но оно похоже на стихотворение. Но это не стихотворение. Ну окей. Это. Просто... Нет, Юр, сядь лучше на этот настой. А то я не хочу... Ребята! Я буду вам читать, а Юра будет надо мной смеяться, наверное. Угорать будет. Я говорю, Юр, снимай меня и поугарай, как я считаю. Так близко не надо снимать, прям вот так чуть подальше. Так, где я там офигенно читала? Нету пир, правильно? Да, нету пир. Нету пир. Ужасно звучит, как ругательство. Нету пир. Е, да, читал? Е, да. Велки, лихокопиц. Лихопитник. Какая-то украинка. Украинка. А как надо говорить? Лихопитник. Как ты бы сказал? Лихокопитник. 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 Ну а что, Лёна, ты говоришь? Ну что ты мне смеёшься? Мне же надо угорать. Ну не надо прям сильно угорать. Ты меня уже исправляй. Лихокопитник. А да, реально как украинский какой-то. Лихокопитник. А лихокопитник. Я неправильно сказал. Лихокопитник. Француз. О-ля-ля. Юр, подожди, тряси камеру, скажи, как надо. Лихокопитник. Получше. Ну вот, видишь? Юр, не сотай камеру. Лихокопитник. Давай дальше. Не могу. Пил, а е... Шапна. Шпатна. Шпатна. Что такое шпатна? Плохая. Лицка. Ну, лицка. Видишь, я уже хорошо читаю. Да, лицка. А, лицка. А, лицка. А, спатна лицка. Лицка. Покажи, что там. Лицка. Где? Лицка. Вот. Лицка. Лицка. Это что? Как бы человеческая. Властность. Так написано властность. Ну да, это правильно. А, слепищ. Да, стоп. Видишь, я прирожденная. Ма. А что ма означает, просто ма? Ну, он это имеет. Маму. У меня есть мама. А что такое слепищ? Слепищ? Ма. Это... такая цветок. Слепиш ма кун. Какой-то кун написан. Подержи камеру. Кун. Кунь. А, конь типа, да? Да, кунь. А вот это ай как читается? Просто буква ай на английском. А это а. Нет, вот такая палочка с точкой. Это и. А что это означает? И, да? Типа, и. Ну, и. И грибы. Грибы. Грибе. Грибе. Это что значит? Ну. Снимай меня, Юр, ты там себя снимаешь. Типа. Грибе. Это что значит? Какие-нибудь рыбы или какой-нибудь хребет, да? Нет, это ребенок этой лошадки. А, типа жеребенок, да? Ну да. Копыта. 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 А, сэ. Ну да, правильно, сэ.
Нет, какая-то здесь была дурацкая буква новая. З английская, и там палочка наверху. Зиве. Это ж. Живе. Живе. Это что? Живе. Там живе. Да, ви, живи какая-то. Живе. Ну, палочка с точкой на конце. Значит, живе, да? Это что значит? Это живое. Шок! Да. Живе, а дробним, а хмизем. Хмизем это как бы хмиз. А дробним? Это маленьким. Я сначала считала как писка. Писка! Пища! А, пища! Пища, да? Пища, вот, смотри, пища. Пиха! Ты же говорила, как ща читается. А, ха, да, ой, смотри, пиха. Боже. Что такое пиха? Пиха? Колит, пиха. Окей. Маджи? Ты китаец? Маджи какая-то. Маи! Ага, это как ха, я на английском пишу, как дже читаю. А, зверата. Пуск! Ты пуск какой-то, а, писк, это же как... А... Писк! Да, писк, так и будет писк, да? Да. А, е... Давай. Е... Злуто, жлатый. Златый! Какой-то расчлененка какая-то. Нет. Да, я не знаю. Это эти... Квети, не знаю, как по-русски. Ну что? Давайте я. Ну объясни, ты не объяснил, что нам это. Нам надо вот это научиться. Смотри. Это твои учили в школе? Вот а это нам такое? Надо научиться. Выдра. Вы высокий вид, выскат. Блин, сложно. Что это значит? Если начать учить, вообще язык несложный. Просто даже его читаешь, и он не тяжелый. Это вам не английский или там не французский, немецкий, который там вообще ничего не поймешь, надо все заучивать. А здесь очень много перекликается с русским, и его не особо. Давай тяжело. Теперь я буду читать. Нет, Юр, а это что за фигня, которую ты говорил, сложная? А? Да не сложно. Ты еще маленькая. Давай, теперь я буду снимать. Иди ко мне. Ближе. Нет. Иди. Ну иди сюда ближе. Я буду снимать только ближе. Иди. У меня как. Сейчас будет настоящий спецназ. О, ну давай, давай. Ой. Так вот. Спецназ, блин. Если бы я жила всю жизнь в Чехии, я бы тоже как спецназ была. Jednou si císař pan vyšel na procházku. Chtěl si trochu popovídat s lidmi, ale nevybral si k tomu správný čas. Byli zrovna zně a všichni byli na poli a... No, rozkaži nám, co ty čteš, to nám nepoňatno, že? Za posledním stavením ležel na lavce... Jura, no, skaži nám, co ty čteš. Jura! Jura! Jsi mladý a... Mě ignorujete vůbec, Jura! Jura, mě zajatka sadíce na kameru, skaži, co bystřeji... Vše, já odključuju. Леноход, пан, я отключаю. Пане, я делаю... Ты маленький, непослушный ребенок вообще. Вот это все я прочитал. Ну, на это все, друзья. Я надеюсь, что вам понравился наш очередной день в Праге. Вот получилось так в семье, что у нас два хоккеиста. Сначала Рустам пошел на хоккей, потом Юра пошел на хоккей тоже. Вот так у нас развлекается у нас, как наши родственники. В Чехии, болеет за Юру, тренирует его, занимается его карьерой, я не знаю. Рустам у нас делает все сам, никто ему, его развитием, Рустам все делает сам, ему никто ничего не помогает, никто ему ничего не советует, так что это вот недостаток, но хоть Юра будет удостоен дедушкиного внимания. Ну, я желаю всего самого хорошего. Надеюсь, вам понравилось видео. Пишите в комментариях, какой вам момент понравился больше всего. Я уже ложусь спать, помыла вот голову. И все, до завтра. Завтра новый день. И увидимся с вами именно завтра. Люблю, целую, пока.